готовили к сопернику, обсуждали, конечно, изучали и так, как он сыграл. Вот, ну, потому что здесь игры на воле, то есть ошибки допускать нельзя. Ну и, конечно, так как мы прошли дальше, соответственно, значит, мы план на игру выполнили. Ну, конечно, мы знали, что команда серьезная, хоть она даже с третьей лиги, но все равно. Там команда очень сильная, поэтому, конечно, настраивались. Вот. Ну, как бы нам терять нечего. Вот. Мы как бы выходили, бились. Вот. Конечно, может быть, немножко не все получалось, чуть-чуть сели. Вот. Пропустили гол. Но все-таки потом победный гол забили, проявили характер, я считаю. Вот, все молодцы. Привет. Маме привет передаю. Передаю привет маме. Вот, своей девушке. Вот. И всем, кто... И студлиги. Да, и студлиги, да.